Привет всем на кухне для всех! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную куриную голень. Берем куриные голени и делаем для начала вот такие вот произвольные надрезы. Теперь со всех сторон нам нужно курицу посолить, а также посыпаем красной сладкой паприкой. Хорошо вот так вот все перемешаем, чтобы паприка равномерно распределилась с солью. Кстати говоря, если вдруг вы еще не знаете, я на Яндекс.Дзене сделал отдельный канал, назвал его «Курица для всех». Там, как вы понимаете, будут рецепты куриные, в том числе и этот. Поэтому подписывайтесь, ссылочка в описании. Но, а я беру емкость, в которой буду делать сейчас основной маринад. Берем соевый соус, добавляем растительное масло, мед, свежий чеснок и немного черного перца молотого. Ну и, конечно же, все хорошо перемешиваем. Получившийся маринад отправляем курицу и вот таким образом ее купаем. Теперь нам нужно подождать, пока наша курица замаринуется. Оставляем ее минимум на 30 минут. Если оставите на пару-тройку часов, то будет вообще шикарно. Перекладываем курицу на противень для запекания. И отправляем курицу в духовку. Она уже разогрета, 200 градусов. Ну, я думаю, что минут на 30-40. Здесь смотрите по своей ситуации. Нам нужно, чтобы наша курочка приготовилась. В процессе вот так вот при помощи кисточки можете курочку смазывать, чтобы она была румяная, аппетитная и очень красивая. Вот такая вот очень аппетитная курочка у нас сегодня с вами получилась. Прям вот подаем с соусом, с кетчупом, либо с любым другим на ваше усмотрение. Ну и наслаждаемся. Кому рецепт понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. До скорых вам встреч. Пока-пока!